Вакцина от коронавируса распределена по 5 городам. Это Мозырь, Калинковичи, Ветка, Чечерск и Гомель. В ближайшие недели ожидается поставка новых партий, которые будут направлены в другие территориальные центры области. Учитывалась еще логистика доставки самой вакцины, потому что транспорт требуется специализированный. При доставке вакцины используется сухой лед. Вот, поэтому выбирались пока эти регионы. Медицинские работники, которые будут проводить вакцинацию, прошли специальную подготовку. Необходимую проверку прошло и холодильное оборудование. Вакцина специфическая, хранить ее нужно при температуре минус 18 градусов. В Гомельскую область поступили прививки российского производства «Спутник Ви». Всего 4365 доз. Вакцина прошла клинические испытания и, как утверждают специалисты, хорошо зарекомендовала себя. Иммунизация предусматривает двухдозовый режим. После первого введения необходимо повторное, через 21 день. По словам ректора Гомельского медицинского университета Игоря Стомы, это инновационный подход, доказавший свою эффективность. Игорь Стома, к слову, вместе с главным санитарным врачом области Сергеем Белым, был одним из первых, кто привился от коронавируса. Говорит, сомнений не возникало. Тот вектор, в который введен генетический материал коронавируса, это безопасный вектор. Он не в состоянии навредить пациенту, который получает данную вакцину. Что еще очень важно подчеркнуть, на сегодняшний день именно этой вакциной проводится массовая иммунизация в России. И по тем данным, которые мы имеем, риск тяжелых нежелательных явлений минимален на сегодняшний день. Однако медики отмечают, противопоказания к вакцинации есть. В первую очередь это острая фаза респираторных инфекций. Также нельзя делать прививку, если человек только что переболел коронавирусом в тяжелой форме. Перед процедурой врачи должны в обязательном порядке оценить состояние здоровья. Масса идет звонков, и вот ко мне на прямую линию, и на личный прием граждан, когда наши граждане города Гомеля интересуются, да когда же вакцина будет доступна для всех. Поэтому в этой связи я хочу сказать, что сейчас, чтобы те граждане, которые желают уже сейчас привиться от коронавирусной инфекции, более того, ряд руководителей предприятий, которые волнуются за свои коллективы, с такими обращениями поступают. Поэтому, коль нам первая партия вакцины поступила, и в последующем поступят все остальные партии, поэтому ориентир – это, пожалуйста, территориальная поликлиника по месту проживания, отделение профилактики. Обращайтесь с заведующим отделением профилактики, вас запишут в лист ожидания, скажем так. После иммунизации врачей прививать начнут учителей. В свободном доступе для населения вакцина ориентировочно появится в апреле. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, новости недели.